Европейский опыт в российских условиях. Коммуникатор HTC Touch Diamond в России презентован уже после начала продаж в ряде других стран. Руководство компании оценивает спрос на устройство и прогнозирует устойчивый интерес нашего потребителя. За счет чего? Мы обратились за комментариями к менеджеру HTC по работе с дистрибьюторами России и СНГ Аркадию Маркарьяну. Прежде всего, что нового предлагает пользователю новый коммуникатор? Интерфейс TouchFlow 3D позволяет с легкостью прикосновения достучаться до всех нужных функций. Такого нигде не было применено ранее на Windows Mobile устройствах. То есть человек, покупая устройство, не будет думать, что там за операционная система. Он его увидит, интуитивно поймет, что означает та или иная иконка, и с легкостью научится пользоваться данным устройством. Интерфейс TouchFlow 3D, скажем так, это внутренний дизайн устройства, то есть то, что позволяет общаться с устройством. Но внешние параметры устройства тоже очень важны. Это тонкость, легкость и минимальные размеры. Он легко помещается в руке, его можно брать с собой всегда и везде. Это устройство настолько же удобно в использовании, как обычный мобильный телефон. Просто оно обладает гораздо большей функциональностью. 4 гигабайта внутренней памяти. Это 192 мегабайта оперативной памяти. Это 3-мегапиксельная камера с автофокусом. Наличие GPS-модуля, Wi-Fi, Bluetooth. Здесь есть GPS, Edge и 3G. То есть это устройство обладает всеми технологиями, которые существуют на данный момент. Главный вопрос потребителя – сколько стоит? Мы попросили Аркадия Маркарьяна прокомментировать ситуацию с ценой на коммуникатор. Из чего она складывается и будет ли меняться? Данное устройство появится в июле этого года, в начале июля. Розничная цена, зафиксированная компанией HTC, это 26 990 рублей. Я думаю, продажи будут достаточно хороши. Цена очень минимально для данного устройства, для данного дизайна и современных технологий. Поэтому о изменении цены в ближайшие месяцы я бы не стал говорить. Компания HTC также показала российским журналистам коммуникатор HTC Touch Pro. Руководство компании планирует, что в продаже оно появится в конце лета. Однако в России сроки могут быть и другими. Touch Pro сегодня мы показали, чтобы все пользователи, все журналисты понимали, что это устройство является флагманом в линейке семейства Diamond. То есть Touch Pro является братом данного устройства. Люди должны понимать, что при выходе этого устройства компания HTC продолжит данный дизайн, данную начинку. То есть устройства и семейство Diamond будут продолжать появляться. Touch Pro появится, видимо, осенью. Мы сейчас разрабатываем некоторые тонкости, которые нужны для российского рынка. И Touch Pro появится, видимо, после сентября.